Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, мы продолжаем проходить Binding of Isaac Afterbirth. И прямо сейчас у нас уже четвертое видео, четвертая попытка. Мы прошли в прошлый раз мамочку, но умерли в сердце мамочки. Может, сейчас у нас будет все удачнее. Тут можно нажать Tab для Daily Challenge. Окей. А что, попробуем? Ключ какой-то. Золотой. Что это дает? Зачем это? Может, это ключ от всех дверей? Так, а что? Ну, реально попробуем. Почему бы и нет? Я как случайно нажала, но... Не хочу проверять, я боюсь. Наверное, золотых комнат, да, нет? Интересно, какой-то Daily Challenge. Сейчас и видно будет, что за Daily Challenge и что он делает. Тем более за Маргар... А, нет, есть золотые комнаты. Что этот ключ дает вообще? Непонятно. Здрасте, это хорошая какая-то вещь, да? Ой! Ой! Ну вот, за мной теперь привязался этот парень. А-а-а, так это неплохо вообще-то. Так, его... А, хп его снизу. Думаю, что такое? Бессмертный, что ли? Вау-вау-вау! Неприятно. Дагас? Не знаю, что это. А если мы пройдем этот челлендж, то что будет? Даже не знаю, ладно. Может быть, это какие-то итемы полезные. Вот я до сих пор не понимаю, что делает это. Этот ключик. Но я не против. Почему бы и нет? Тот же самый пробег, только... Daily Challenge, вау! Я больше всего, кстати, любила играть именно за эту девочку с волосами, потому что у нее есть сердечко, которое восстанавливает жизни, но главный косяк был в том, что не открывались дальше уровни, когда я ей проходила, потому что прокачка основная идет, если ты именно играешь за Айзека. И я это узнала слишком поздно. Не знаю, как это действует. Здесь! Нормально вообще. Опа, сосочка. Воспоминания. Ой, я стала маленькой. Такая маленькая, уже ребенок есть. Нет, есть... Ой, фу, кирка не надо. Какой черт она мне нужна? У меня есть целое восстановление жизни, еще я буду какой-то киркой баловаться. Ключ зачем-то? Может, он какой-то оберег? Может, типа, часто ключи мне попадают? Я не знаю. Расскажите, что дает этот ключ. Правда, возможно, я и сама пойму к концу прохождения, а может быть и нет. Вряд ли. В общем, я не вижу просто особо каких-то эффектов от него. Это, наверное, это не имеет никакого значения. Нажали. Самая бесполезная комната в мире. Но вот этот, конечно, младенчик наш, это лучшее, что вообще мне попадалось. Давным-давно такого хорошего ничего не было. Смотрите, он совсем прекрасно справился. Даже делать ничего не пришлось. Так. Давай, бей Ларри, бей Ларри. Давай, малыш. Бей Ларри, вау. Так, а что Дагас это делает? Подожди, а я его юзать не могу? А, нет, могу! И что? Вообще не понимаю, что происходит, если честно. Даже не знаю, что это дает. Мы были в золотой комнате, да? А-а-а! Нужно как можно больше очков набрать. Чем быстрее перемещаюсь между комнатами, тем больше очков. Там была монетка, я видела, но я ее не буду брать. Понятно! То есть нужно рекорды, наверное, ставить? За это ачивку дадут, если пройдешь дейли? Наверное, дают. Какой-нибудь уникальный предмет за это давали? Был бы вообще обалденно. Пошли. Ну, я как бы рекорды ставить не собираюсь. Мне-то что? Катакомбы. Хорошо. Ничего страшного в катакомбах нет. Я их не боюсь. Ненавижу пауков, а все остальное вообще пофигу. Красота. Отлично. Мы даже еще ни разу не заюзали сердечко. Уберем. Так, мне и так неудобно. Так. Бешеные... Ау! Бешеные... Да что такое? Летучие мыши. Как неприятно. Оп. Не-не-не-не-не-не, мы не пойдем сражаться. Мы не хотим. Мы слишком маленькие для этого. Мы не выросли еще. Не хотим. Что, звук какой-то странный? Как будто змея так... Хвостом. Ну-ка. Можем положить деньги, и это изменится. Но это всего бесполезная, короче, вещь.
Не поменяешь? А я еще монетку брать не хотела. Ой, везде монеты требуют. Что такое? Коммерция прям на этом уровне. А у меня денег-то и нет. А когда нет денег, no money, no honey, как говорится. Ну ладно, это не страшно. И вовсе даже не обидно. Вот и паучки. Вот как заказывала. Хотел пауков, на, получи. Юперный театр. Я забыл, что они взрываются. Так, мы не будем брать. Опа, матка пчелы. Какой-то звук реально странный, ладно. А? Кто это? Хорошо. Я думал, он сам себя подорвет. Смотрите-ка, не подорвал. Воу, это не все? Понятно, я думаю, что-то мне слишком все легко удалось. Ядрен батон. Но такое я не рассчитывала. Окей, я думаю, что-то какой-то легкий босс. Ни о чем прям. Вау. Вау. Капец. Вау. А-а-а! Почему они эти вот такие страшные стали, а? Фу, напугалась я. Что дает? ХП. Пойдемте еще сердечко заберем. Ну и вот так греха подальше. Фух, блин, ничего себе. Обманули дурака. Это как, знаете, в Bloodborne, блин, отец Гайск, он такой победил. Половину ХП ему снес, такой, фу, вообще нормальный, изи босс. А потом хренака он превращается в огромного оборотня. Неприятное ощущение. Нет, у меня нет дома Bloodborne, я не собираюсь ее проходить на канал, это я просто так говорю, потому что я брала на работе PS4 и как-то дома вот, ну, брала поиграть, и вот, собственно, и все. Вот и сказочки конец. Кто слушал, молодец. Да, вау-вау. Вот. И я застрял на отце Гайсконе Bloodborne. И, если честно, мне что-то не очень нравится страдать. Я еще и дайм не подобрала, да, вот идиотка? Я же хотела, помните, все монеты хотела всунуть... чтобы обменять в золотой комнате приз, а потом не забрала в итоге 25 центов. Но это уже моя вина, ладно, что поделаешь. Я ступанула мальца. Так, надеюсь, нам что-нибудь попадется в золотой комнате. Но вот эти вот, конечно, лучи, которые изо всех щелей у боссов лезут, это немного страшненько. И неприятно одновременно. Так, харе! Харе! Так, ротастый и последний остался. Ты взрываешься или что-то делаешь? Не угадаешь, блин, вечно с этими червями. Нет. Да, сердечко, хорошо. А там тоже целое, да? Или половиночка? Если половиночку, заберем. Отлично. Все. Фух. Поехали. Какашечки. О, опять это летающее говно. Говно, говно. Говным говно. Где-то я говорил в каком-то это ролике. Говным-говно. Говным-говно в одной далекой галактике. Так, до золотой комнаты мы не дошли, а до босса дошли. Подъясающе, придется возвращаться. Вот. На Звездах войн все скупили, а когда они только пойдут в кино, я смогу пойти в кинотеатр возле моего дома. Там, короче говоря, никогда никого нет. Из-за того, что находится в таком месте... Это не то, что кинотеатр, это целый центр, как бы, да, встроенный туда кинотеатр, то есть не отдельный. И там народ вообще никогда нет, ну практически. То есть я также «Голодные игры» смотрела, как нифиг дел, просто одна пришла в кинотеатр, села, потом пришла, правда, девчонка, что было для меня удивительно, потому что редкий случай, когда вообще кто-то приходит в кино там. Вот, поэтому я с большим прям удовольствием посмотрела кино в одиночестве. Также я буду, также я поступлю, собственно, с этим, со «Звездными войнами». Что это? Вау! Офигенно! Мне нравится этот челлендж. Ух ты. Смотрите, как он больно им делает прям. Круто! Круто! Так, они вон еще как круто летают. Блин, обалдеть. Когда все так хорошо, мне прям даже страшно. А иногда бывает так обидно, знаете, насобираешь кучу всего полезного. Умираешь от каких-нибудь... От каких-нибудь мух. Или еще от кого-нибудь. Подождите, куда я иду? Босс, там же.
Я же уже открыла босса. Что мне хочется разве жизни тратить? Нет, Ксюш, не хочется. Мы хотим к боссу. Мы хотим пообщаться с боссом. Мы хотим... Ну, как пообщаться? Мы хотим его убить. Вот эти глазик зачесался. Точно. Правда, правда вам говорю. Не знаю, как это связано, но... В моем подсознании все связано. Так, я так понимаю, кстати, помню, он может своих есть. Ой. Ну ладно, не суть. Когда он съедает, правда, бомбу, больше хп отнимается у него. Еще и скорость увеличена. Ну просто какое-то прямо везение сегодня. Посмотри, мы вообще особо без потерь идем. Ой, лабиринт, лабиринт, это значит два босса в одном. Ой-ой, опасные какахи. Опасные какахи! Так, ну все в порядке, нормально. Без про... Так, радужную какашку тогда не трогаем. Мы знаем, что она полезная и... А-а-а, да, в общем, этот ключ, я думал, дает бесконечные ключи, но нет. Вообще, блядь, что он дает? Бесполезная какая-то фигня. Так, ну подберем половинку. Мне, в принципе, нормально, у меня он 5 жизней. Ну, ключа, правда... Ой! Фу, был бы последний ключ, отдала бы ему случайно. Блин, вот это самое неприятное. Ай-яй-яй. Так. С фиолетовым языком зомби. Мне кажется, зомби должны выглядеть именно так. Такие черные, сгнившие. Ах, тирсдаун. Приятно. Так, растолстевшие опять. Посмотрим, сколько отнимает им жизни. Вот как раз-таки... На этих ребятах они очень сильные. Да не, нормально. Temperance. А, автомат с сердечками ставит. Но мы не будем этим экспериментировать. Мне не так, мне не так немного сердечек, чтобы чем-то еще подобным заниматься. Так. Блин, ну вот обязательно ж ХП сейчас отнимет. Ну вот. Тварь. Ну тварь, ну. Ну не тварь ли, а? Ладно. Тихо! Больно. Ой-ой-ой! Господи, я думала, это открытая комната. Это не открытая комната. Это жуткие, неприятные парни. Они скоростные. И выплевывают моих любимых в кавычках ротастых. Так. Ой-ой! Перепутала кнопки. Но это, мне кажется, спасло жизнь. Ну, все нормально. Можно расслабиться. Парочка ротастых. И все. До свидания. А, у меня же ключа не было для золотой комнаты. Все, теперь возвращаемся. У меня есть ключ для золотой комнаты. О-о, нет. Я знаю, что это, и я это брать не буду. Мне это, этот эффект... Он, короче, по-моему, он... Ты как-то оставляешь вот так вот, например. То есть они застывают в воздухе, твои слезы, отпускаешь кнопку, и они летят. Это отвратительный эффект. Он вообще такой неприятный, неудобный, ребят. Я его ненавижу, поэтому даже брать не буду. Пару раз взяла и так пожалела. И еще я больше всего ненавидела слезы. Как они называются-то, господи? Зеркальные такие. Они, в общем, или бумеранг, или что-то такое. В общем, они все портили. Они вперед-назад летали. И это отвратительно, потому что приходилось подходить к врагам очень близко и тратить жизни. Подождите, значит, если это лабиринт, то тут должно быть две золотые комнаты. Это я точно помню. Да, да, точно, точно, две золотые комнаты. Два босса, две золотые комнаты. Правда, мы теперь будем тут ходить до победного. В поисках этих золотых комнат, поэтому... В этом ничего приятного нет. Но зато у нас будет два босса, мы как бы таким образом сократим один уровень. Причем даже один может быть обычный босс, а второй мамочка сразу за ним. Обалдеть, какой длинный уровень. Да, вторая золотая комната, я все правильно сказала, отлично. Это вообще восхитительно. Больше эффектов для бога эффектов. Вот она, вот она, вот она, вот эта вот мне не нравится. Тоже, видите? Я тоже брать ее не буду. Плохой итем. Фу, фу, плохой итем. Пойдем. Гиш! Хорош. Гиш не очень тоже приятный парень, мне не очень нравится.
Зато он мне даст друга. Стоп, меня не задевает? Меня эта лужица не задевает? Почему? Она должна меня задевать. Вот это да. Давайте аккуратно делать. И он тогда не будет особо... Почему он меня не задевает? Это может быть эффект какой-то? Вон, у меня видите сколько всяких? А-а-а, так вот что это значок у дьявола означает. Который ты покупаешь. Ты тратишь на него жизнь и думаешь, почему никакого эффекта нет? Вот какой эффект. Я могу наступать на эти лужицы опасные. Мне... Но только мне это будет не опасно. Вот, берем друга. Так, мы тут где-то по дороге ХП оставляли. Я собираюсь за ним вернуться. Ну, пошли. Угу. Схитительный, блин. Что Айзек-то? Что Айзек-то? Что ж все время Айзек-то? Ну что, что? Мам, ну лучше больше сделала. Ну что ты вот ерундой занимаешься? Наслушалась всяких сект, блин. Гребаных. А теперь меня хочешь загасить. Ой-ой. Помогай мне, мой верный друг. Да, да, я тут. Не надо звать-то меня. Все в порядке. Бей-бей-бей-бей. Замедлили. Ага. Айзек. Я вообще волнуюсь, если честно. Уже волнение во все просто. Фух. Ну давай, давай, давай. Мы добьем ее. Добьем, добьем, добьем. Совсем чуть-чуть осталось, потому что... Смотрите, как хорошо, я сражаюсь с мамочкой, а не с кем угодно, кроме мамочки. Ну, то есть, помогает мне. Ёпта, хорошо. Ух ты! Fate Chosen. Так, ну это можно сражаться вот там бесконечно с боссами, но это вообще бред, я не понимаю, зачем это кому-то нужно. Так. Сосредотошки. Сосредотулечки. Тихо-тихо-тихо, ты чего какой-то... Они тут прям в сердце мамочки какие-то агрессивные. Опа. Чё? Не знаю, перк. А-а-а, в смысле, понятно, восстановил мне. Окей. Так, все нормально. Все нормально, Ксюха. Так, я пока достаточно расслаблена. Но тут может быть... Хорошо, что я один раз попала, по-моему, в сердце мамочки в лабиринт. Мне было так больно и плохо. Это было худшее, что со мной происходило в Айзеке. Просто чем дальше ты играешь, тем сложнее становятся уже известные тебе боссы. Уже известные комнаты становятся... То есть постоянно появляются лабиринты, постоянно появляются усложненные комнаты, типа когда ты не знаешь карты. И становится прям вообще отстойно. Хорошо. А, давай. А, взорвем, почему бы и нет. Опа. Что даешь? Вечно мне диарея попадается. Так, с тобой мы разберемся уж, я думаю, как-нибудь. Не, ну с этими чуваками просто надо, главное, глупости не делать и аккуратно стрелять, и все будет нормально. Ну. Вот и где здесь мамочка? Тьфу, мамочка, босс. Я чувствую, босс где-то здесь. Он прям где-то прям под носом. Ну не этот! Накаркала, блин. Ребят, реально не хотела. Накаркала себе. Босса. Босс, говорю, рядом где-то. Ну вот, пожалуйста, лови. Хотела, босс, на. Развлекайся. Enjoy. Давай, давай, давай. Все, что-то дашь мне? Одну бомбочку. Пхе. Это, по-твоему, вообще что было сейчас? Это ты мне плюнул этой бомбочкой? На, тут только один проход остался. Блин, когда один проход, не к добру. Значит, нам триллиард комнат придется пройти, прежде чем попасть к боссу. Это один? Все, здесь больше других мозгов нет? Да несложно тоже. Фигня. Сейчас вам просто разбить. Ага, все. Все, и один проход, да? Блин, ну мы так и будем... Ага, так, бесполезные враги. Спасибо. Спасибо, что вы такие бесполезные. Это приятно.
О, Дэс! Миях! Миях, миях, миях. Миях, миях, миях. Ой-ой! Они взрываются, да? Да-да-да, взрываются, взрываются! Да харе, блин, я в тебя вообще попасть из-за этого не могу. Да прекрати! Забавно, да, что смерть тут не самая страшная в этой игре. Самое страшное это... На, получи. Так, вот это неприятный момент, я знаю. Сейчас мы в него накидаем. Всяких вот неприятностей. И останется только его метла, блин, гребаная. Воу! Все! Нет! Не дали мне вернуться за сердечком. Это нечестно. Все. Что это? Пожалуйста, можно телепорт? Нех, это сила. А, я думала, заюзаю сейчас хипешку. Вот это мне нравится, враги соединенные. То есть нужно вначале его побить, чтобы появилось, вот, видите? Чтобы они разделились. Так, это мы брать не будем. Это потом преобразуется в целое сердце. Хотя вопрос, а зачем я, чего я жду? Учитывая, что это финальный уровень. Можно взять, ладно. Но мне все равно, если честно, не помешает. И как бы в целое сердце все равно не преобразится. Потому что финалочка уже сейчас. Так. Все как-то... Слишком, знаете, у меня очень много помощников. Вот что я заметила. Как бы я сама не особо сильно, а вот помощников у меня прям дохренищ всяких разных. Спокойно. Ага. Блин, и сердечко, до которого не достать. Так что за какашки-то в итоге? Веселые какашульки. Я удивляюсь фантазии, на самом деле, создателей. Но это все равно умилительно. Так, это что дает? Опа! Хорош. Ага, тут сердечки есть. Так, этот ящик придется взорвать, я знаю. Сколько всего! Вы видели? Вау! Так, я запомню эту комнату. Я ее запомню. Если мы потратим очень много жизни, мы туда вернемся. Что-то прям... Какое-то прям неслыханное везение. Так, вот-вот, например, да? Когда я говорю, потрачу много хп, я возьму. Вот, пожалуйста. Ну, правда, пока я брать не буду, еще рано. У меня пока более-менее все ок. Вот, как, вот какие-то из них серебряные, я уверена. Серые, точнее, которые дают сердечко. Но... Да не, пока-то все нормально. Это что дает? Силу. А это... The Moon. Ну хорошо, силу-то мы возьмем. Угу. Потратили жизни. Опа! Магазин, да? Diamonds. Я чё... Смотрите, мы используем карточку, и она остается. Ага. И чё? Это было неприятно. Блин, говно. Это была действительно самая не ок моя идея. Что это за обрубки на ног там, блин? Вы видели? Вот это вот, что такое за обрубки ног или рук? И, конечно, у меня ассоциации тоже великолепные, но... Оп, восстановили. Так, что-то точно мне дает вот это вот... Загнившая восьмерка, похожая на кишки. Может, она быстрее восстанавливает мне мои... Перки? Это было бы отлично. Так, это бесполезно. А вот сейчас не бесполезно. Все, пошли. Ну, пошли. Бам!
Ого! Так, понятно, сердце стало более хардкорным. И это прям вообще неприятно. Ты чего, издеваешься, что ли? Я как должна это проходить-то, блин? Хардкор сердце! Ядрить, колотить, блин! Ты чего? Обалдеть! Так, понятно. Я, конечно, умерла, но... Черт с ним. 15 тысяч я заработала. Ну ладно, неважно. Прикольно. Это был Daily Challenge в Бадику Файзек. Мы дошли до сердца мамочки, как видите. Может быть, в следующий раз нам удастся его победить. В следующий раз, напоминаю, будет последним, когда мы играем в Бадику Файзек на запись. Вот. Так что всем спасибо за внимание. С вами был Алисон Роуз, это был Бадику Файзек Автобёс. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.